Вечер добрый. Чего ты хочешь? Не видишь, у меня дела. Отлично. Привет, пока. Меня зовут Мачете, и у меня есть дела поважнее, чем трепаться с тобой. С дороги! Я знаю, Дом не хочет, чтобы я их просто убил. Когда-то они с механистом были друзьями, кажется. Все, что я знаю, когда они в следующий раз появятся, я могу решить проблему всего двумя пулями, по одной на каждого. Впервые в городе, да? Меня зовут Доминик Дель Садро. Добро пожаловать в общину Кентербери. Не обращай внимания на ряженых идиотов. В основном здесь все торгуют, слушают болтовню Роу и закапывают воров в безымянные могилы. Правда, варьё у нас давно перевелось. Я сам приложил к этому руку. Так что это искусство давно отмерло. Разве что ты собираешься что-нибудь стянуть. Разумеется, когда у меня есть время. В охранном бизнесе все решает личный подход. Так или иначе, добро пожаловать в город. Не шуми, не угрожай всем расправой и так далее и тому подобное. По виду ты в курсе правил. Роу нанял тебя разобраться с ними, верно? Кажется, он наконец-то понял, что мне самому некогда с ними возиться. Когда эти двое сцепляются друг с другом, спрятаться проще простого. Но чем дальше, тем больше их заносит. Не знаю, кто она такая. Просто дурище в муравьином костюме с огромным зубом на человечество. Сама по себе она серьезных проблем не создавала. Ее набеги были пустяковыми, зато рассказы о ней отпугивали некоторых рейдеров. Если тебе это поможет, она всегда приходила от муравейников на севере. Может, там ты ее и найдешь. Ты про Скотта Валински? Не буду я называть его этой идиотской кличкой, если у него в голове шарики за ролики заехали. Когда-то он был мне первым другом. И не только потому, что чинил мои стволы. Теперь он все время торчит в своей раболавке и думает только о войне с Немирмикой. Даже на свое имя больше не отзывается. Если ты заставишь одного из них прекратить войну, дело будет сделано. О другом тебе волноваться уже не стоит. Не думаю, чтобы Скотт натравил своих роботов на город. А эта девчонка — Немирмика. Сама по себе она просто мелкая идиотка. Может, Роу и хочет от тебя чего-то большего. Но все, что нужно мне, чтобы работа была сделана, так или иначе. Меня устраивает. До скорого. Привет. Будешь ты смотреть себе под ноги. Спасибо, что не нападаешь на нас. Многие люди терпеть не могут гулей. Мы шли в подземелье, но не смогли прорваться через супермутантов. Так что теперь мы пытаемся найти себе место для жизни на пустошах. Тогда уходи. Мы и без тебя прекрасно обойдемся. Ты что тут делаешь? Почему не сработала моя защита? Это не Мирмика тебя послала?
Немедленно отвечай, или мне придется тебя задержать для выяснения твоих истинных мотивов. Я понимаю, что у тебя самые благие намерения, но не стоит быть настолько наивным. Немирмика сумасшедшая. Ее можно остановить только силой. Я бы очень хотел, чтобы все разрешилось мирно. Однако безумие Немирмики не позволит ей прислушаться к голосу разума. Увы, иногда длинные лапы тирании можно оборвать лишь бесстрастной клешней правосудия. Это правда? Я правда стал угрозой для города? Я что, превратился в злодея? Не значит ли это, что мне пора остановиться? Не, думаю, я просто сниму костюм и перестану быть механистом. Но мне стыдно возвращаться в город после того, как я причинил ему столько вреда. Вот, прошу, возьми костюм. Я больше не хочу об этом думать. Прости, оставь меня в покое. Мне надо много о чем подумать. Наконец-то! Маленький кусок мяса по имени Механист лишился своего панциря. Отдай его мне! Тебе хватает наглости указывать Немирмике? Ни один человек не властен над королевой муравьев! Ну, раз уж мой противник повержен, я позволю тебе говорить. Только быстрее. Ты
ошибаешься. Люди жестокие, вредоносные твари. Их ничто не спасет. Нас ничто. Я не могу. Я не могу вернуться. Но не могу и продолжать. Я не могу быть такой плохой, как они. По крайней мере, пока кто-то верит в меня, как ты. Пожалуйста. Думаю, я наделала ужасных ошибок. Если ты правда считаешь, что у меня есть шанс, отпусти меня. Я отдам тебе костюм. Больше никто не увидит ни Мирмику. Только прошу, дай мне еще один шанс. Спасибо. Даже не знаю как. Просто спасибо. Прошу просто оставить меня в покое. Я хочу оставить все в прошлом. В пылу драки я же так официально и не поприветствовал тебя, верно? Добро пожаловать в общину Кентербери, дом торговцев, караванщиков и, главное, место отличных сделок. Ты тут по делу или отдохнуть? Да чуть не все на свете, в зависимости от того, какой караван сейчас в городе. Оружие, броня, еда, разная фигня, да практически все в итоге попадает в общий круговорот. То есть все, кроме работорговцев. Они говорят, что их товар перевозить накладно. Но оно и к лучшему, правда? Чем еще я могу тебе помочь в качестве приветствия? Отлично! Без преувеличений тебе удалось спасти Кентербери. И в отличие от этого механиста, гораздо меньшей кровью. Ну, вот и оговоренная плата за твои первоклассные услуги. Еще раз спасибо тебе.
Чего ты хочешь, незнакомец? Ганнибал говорит, надо впускать таких, как ты. Но это мне не шибко нравится. Держи руки на виду и не делай резких движений. Я сейчас спущусь и открою ворота. Ганнибал где-то наверху. Я запру за тобой дверь. Так что не вздумай тут. Я буду приглядывать за тобой. Чего ты хочешь, незнакомец? Отличная мысль. А, посетитель! Добро пожаловать в храм Единения. Я не буду спрашивать, кто ты. Пока что мне все равно. Все мы беглые рабы. Я возьму с тебя торжественную клятву, что ты не выдашь нас Парадис Фоллс и работорговцам. Пока я не получу ее, ты отсюда не уйдешь. Итак, даешь слово? Добро пожаловать, брат, в храм Единения. Наш дом — твой дом. Твое прошлое — твое личное дело, пока ты служишь нашему общему делу. В знак нашего доверия — вот ключ от ворот. Это Авраам Линкольн, великий освободитель. Мы не знаем, как она здесь оказалась, но она подходит, как по-твоему? Я был рабом 23 года, с тех пор, как мне исполнилось 14. 6 лет назад мне удалось сбежать от хозяина. С тех пор он охотится за мной. Когда я нашел здесь голову Линкольна, я понял, что это знак. Я должен помогать остальным рабам освободиться. Я основал храм Единения, убежище для беглых рабов отовсюду. Мы пытаемся создать безопасное убежище для всех беглых. Мы даем пищу и припасы всем, кто к нам приходит, и помогаем им в пути. Что? Да хранит тебя дух великого Линкольна. Я в кровать. Завтра мне надо хорошо соображать. А, это наш новый брат. Чем могу помочь? Мы пытаемся создать безопасное убежище для всех беглых. У нас мало места. Здесь не хватает воды и пищи. Но у меня есть план. План захватить место, которое станет маяком надежды для всех рабов. Я хочу переселить своих людей к мемориалу великого Авраама Линкольна, но мне нужно убедиться, что там безопасно. Я слышал, что там вокруг полно супермутантов. Мы должны сначала послать кого-то проверить. Я надеялся, что ты нам поможешь. Мемориал несложно отыскать. Удачи. Еще одно. Поговори с Калебом. Ему понадобится твоя помощь. Мы не можем уйти, пока он не готов. Он был каменщиком. Его почетный долг — восстановить мемориал как можно лучше. Он донимает меня неделями, чтобы я достал ему какие-то нужные вещи. Сейчас у меня нет на это времени. Да хранит тебя дух великого Линкольна. Эй, привет. Ты тут впервые. Я Калеб. Если собираешься тут задержаться, твоя помощь мне не помешает. Ганнибал рассказал тебе о мемориале Линкольна? Ну, он хочет не просто там жить. Он хочет восстановить его. В таком случае пойдут разговоры, и слухи могут дойти до рабов. Однако я не могу восстановить нечто, если я не знаю, как оно выглядело.
Мне нужен рисунок или фотография. Наши предки почтили Линкольна выставкой в историческом музее. Я надеюсь, что там все еще хранится фотография мемориала. Ладно. Слава богу. Воды. Мне дурно. Дай напиться, иначе мне конец. Я тебе обязан жизнью. Я этого не забуду.
Ситуация выходит из-под контроля. Более половины населения убежища демонстрирует дикарское поведение. Я могу лишь предположить, что наши эксперименты с шумом разбудили какую-то латентную часть их психики. И первобытный человек прорвался на поверхность. В сущности, они демонстрируют психологический регресс. Я, дурак, поспешил с этими экспериментами, и теперь более 35 человек погибло. Я не в состоянии поверить тому, что обнаружил. Один из охранников перед смертью рассказал мне все. Оказывается, смотритель, без моего ведома, насаждал агрессивные настроения среди всего населения убежища. Он пустил белый шум не только по лаборатории, но и по общежитию через репродукторы, пока все спали. Затем он давал им боевые внушения, которые, по его словам, взяты прямо из инструкции Волтек. Он, несомненно, спятил. Никакого контроля. Никаких наблюдений. Сейчас я иду к нему объясниться. Он за все заплатит. Половина убежища мертва, вторая половина борется за жизнь. Да смилостивится над нами Господь. Приятно вновь повидаться с тобой. У тебя с собой скрипка. Все получилось. О, Господь всемогущий, тебя целую вечность не было. Пожалуйста, скажи, что у тебя хорошие новости. О, Господи, Боже мой, я должна увидеть ее, прошу тебя. О, Боже, она даже прекраснее, чем я думала. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Как жаль, что у меня нет ничего для тебя, чтобы могло бы стать достойной наградой. Все, что у меня есть, — чистота моей радиостанции. Если захочешь послушать, как старая женщина играет на скрипке, настраивайся.
Следующий фрагмент я сыграю для человека, который без устали печется о жизни и здоровье пожилой дамы. Док Хофф, спасибо вам еще раз. С тобой все в порядке? Ты как? Проснись и пой. Мне уже стало страшно, что они спалили тебе мозги, если не хуже. Голова болит, да? Не бойся, скоро пройдет. Не знаю, будет ли это тогда важно, но пройдет. Тебя они точно полюбили. Мне-то хоть одежду оставили, а у тебя, похоже, отобрали все вообще. Я? То же, что и ты, наверное. Очень хотелось сунуть нос, куда не положено. И вот расплата. Значит, мы с тобой сидим тут, пока они не решат нас порезать. Или что похуже. Поверить не могу. Это... как там его? Ирония, да? Черт, даже не знаю. Я тут уже довольно давно, но у меня так и не вышло. Черт, ты слышишь? Вот опять. Быстрее к стене! За нами. Ну и попали мы в переделку, да? Надеюсь, теперь ты понимаешь, что отсюда надо срочно драпать. Как, неужели тебе никогда не доводилось видеть, чтобы огромная стальная лапа хватала человека и волокла черт знает куда? Я не знаю, куда они его забрали, и не хочу здесь задерживаться, чтобы выяснить. Нам надо сваливать отсюда, детка, немедленно. Вот это другое дело. Легкого пути наружу нет, это я точно скажу. Сколько смотрю, я не вижу никаких пультов, проводов, выключателей, ничего.
Думаю, надо им спасибо сказать за то, что посадили нас вместе. Этим пользоваться надо. Кстати, меня зовут Сома. Приятно познакомиться. Немного и того, и другого. В прошлом у меня всегда получалось. Нет смысла менять привычки. Мы им нужны живыми. Зачем-то. Не знаю, зачем, но суть в том, что убить друг друга они нам не дадут. Поэтому мы сделаем вот что. Обменяемся парой тумаков для вида, а как только они войдут, набросимся на них и сбежим. Понятия не имею, но это уже начало. Лучше, чем сидеть и ждать, пока на нас ставят опыты. Ладно, то есть ты со мной? Хорошо, я легонько, ты не слишком пострадаешь, а? И будь наготове, как только они за нами придут, выруби их! Это у вас называется драться? Эй, ох, не так сильно! Эй, детка, осторожно! Ха! Ну давай, хоть постарайся! Эй, детка, осторожно! Чёрт! Бери все, что может пригодиться, и... Пошли. Кто знает, как скоро они вышли. Ты за нами погонишь. Ладно, надо выбираться отсюда. План? А, мой план только что кончился. Мы вышли из камеры. Боюсь тебя огорчить, но больше у меня ничего нет. Дальше придется импровизировать. Что, говорить сюда? Просто говорить? И больше ничего делать не надо? Ой, ладно! Ой, я сказал ладно, только прекратите! Приветствую. Приветствую. Меня зовут Эндрю Эндикот. Вечером 17 мая года от Рождества Господа нашего 1697-го меня забрали. Из моего дома в деревне Салем. Я не знаю в точности, где нахожусь, и почему Божий промысел привел меня сюда. Я видел в окне звезды и солнце, и прекрасную землю там внизу, подо мной. Так что, похоже, я на каком-то корабле, парящем в эфире. Забавно, если вдуматься. Мне всегда казалось, что здесь должен быть рай. Но это не рай, и мои пленители не ангелы. Я почти готов решить, что в Писании закралась ошибка, что ад и рай на самом деле
нужно поменять местами. Ибо меня держат в плену демоны. Демоны из моих кошмаров. Даже сейчас они наблюдают за мной. Заставляют говорить. Кажется, они хотят, чтобы я поведал свою историю. Не знаю зачем. Возможно, чтобы внести ее в свои анналы. Или я просто пешка в какой-то злодейской игре. Здесь есть и другие пленники, я имею в виду. Мне неведомо, откуда они взялись. На некоторых из них странные одеяния, точно они из иного времени, а другие заморожены во льду. Они не шевелятся, но мне кажется, все еще живы. Сдается мне то же самое, они намерены сделать со мной. Меня тоже заморозят? Или меня... Ну, хватит! Я сделал, что вы велели! Вы хотели, чтобы я говорил, и я говорил! Оставьте меня! Оставьте меня в покое! Да-да, я понял! Я видел остальных. Я сделаю все, что вы хотите. Говорит доктор Моррисон Рэнд, профессор антропологической археологии колледжа Бенфилд, Гумбольдт, штат Орегон. Чуть позднее 10 вечера, 16 августа 2041 года, я вышел с территории кампуса колледжа и направился к машине. И тут увидел яркий свет. Он просто возник в небе прямо надо мной. Я ослеп. Кроме того, я оказался совершенно обездвижен. Я не мог пошевелиться. Дальше все помнится... смутно. Я мало что помню, но что стало очевидно позднее, и сейчас это абсолютно ясно, это то, что меня похитили. Теперь меня держат в плену инопланетяне, как и многих других людей, и подобно им всем, я рассказываю о себе для записи. Зачем? Потому что пришельцы зачем-то этого от нас требуют. Они заставляют нас проделать это, прежде чем поместить... в некий стазис. Эти записи, похоже, мы создаем собственные учетные карточки для каталога, прежде чем нас поместят в коллекцию. Все это было бы потрясающе интересно, если бы не так пугало. Что? Прекратить? Хочешь, чтобы я остановился? Ладно, ладно, видишь, я прекратил. Этого не может быть. Просто не может быть. Сейчас проснусь. Мне надо проснуться. Сейчас проснусь. Мне надо проснуться. Где я? Где моя сестра? Я слышу какие-то странные звуки, но ничего не вижу. Почему тут так темно? Это что за машина? Прошу вас, кто-нибудь, скажите хоть что-то. Я хочу домой. Пожалуйста, где мама с папой? Я просто хочу домой. Ой, ярко как. Стойте. Что? О боже. Нет, не подходи ко мне. Уйди. Нелепица какая-то. Я хочу видеть того, кто тут главный. Ой, за что? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Ай, хватит! Я сенатор Соединенных Штатов, и я вас предупреждаю. Если со мной что-то случится, вы будете иметь дело со всей военной мощью Америки. Что? Куда вы меня тащите? Уберите от меня свои лапы! Вы за это заплатите! США не торгуется с пришельцами! Я! Добротина! Быть не может! Полный бред!
Мне это просто снится, правда? Я сплю! Черт! Меня что, взяли в заложники? Или как? Я в плену? Слушайте, если это из-за той истории, я просто работала на тех ребят, понимаете? И мне это совсем не нравилось. Я только ради крышечек, понимаете? Можно я теперь пойду? Пойдем! Что нам делать? Они бросили меня в эту камеру, а сперва чем-то тыкали и пихали. Я очень надеюсь, нас не убьют. Угомонись. Если бы они хотели нас убить, нас бы уже убили. Значит, им от нас что-то нужно. Ага, сожрать нас хотят. Или что-нибудь еще похуже. Мы же видели того типа, его же распотрошили. Как у мясника! О боже! Мы следующие! Эй, говорю тебе, уймись! Если они тебя услышат, то за нами придут. Попробуй успокоиться. Нет! Выпустите нас отсюда! Кто-нибудь! Выпустите нас! Умоляю! Я говорю, заткнись! Я прошу прощения. Прости меня, ради бога, но нам нужно держать себя в руках, если мы хотим выжить. Пожалуйста, я просто хочу домой. Я